Слушайте, выйдешь на балкон, кажется, на улице прохладно. Нифига! Нифига, у нас уже 32 градуса. Время 10 часов утра даже нет, где-то половина. Мои дорогие, доброе утро. Доброе утро, мои дорогие. Мои единственные, неповторимые. Привет. Привет, привет, привет. Доброе утро. Ой, все же, как хорошо, что у меня балкон угловой, что он здесь, это, проветривается со всех сторон. Иначе я бы чокнулась. Сейчас буду пить кофе. Ну, его для этого нужно еще, конечно, сварить. Настроение хорошее. Очень даже. Очень даже. Угу. Хочу арбуз, понимаете? Я вчера весь день ела арбуз. Весь день. И сегодня планирую то же самое делать. Я хочу арбуз. Понимаете, арбуз хочу. Я хочу арбуз и я хочу айран. Арбуза дома нет, айрана тоже нет дома. Нужно идти в магазин. Арбуз доела, дома даже корочки нет арбузной. А так, слава богу, дома есть кофе. У меня включены... включен НТВ. Были новости, сейчас идет какой-то фильм про ментов. Я не знаю, я смеюсь, потому что я так довольная, такая счастливая. Такая вот вообще. Дайте-ка я вас секундочку поставлю. Да, каждое утро одно и то же. Что хотите еще мне сказать? Вот эту вот штуку я пользовалась ей два раза. Один раз, когда блины делали, второй раз айран делала. Все, стоит без дела. Кстати, девчонки, может быть, приедут. Сегодня списывалась с Юлечкой. Может быть, приедут. Ну, Юля сейчас работает, но это осенью будет. Октябрь, наверное. Вот так вот, октябрь. Отпуск раз в полгода, да, у людей? Как хорошо, что у меня всегда. Как хорошо. Очень даже. Слушайте, Оксана скоро уедет. О. Хоть бы Лена приехала. Лены нет уж сколько. Надежда Егоровна с Галиной Николаевной не приедут. Ну, осенью только. А что? Я что здесь, одна буду, что ли? Оксана уедет на месяц примерно. Потом вернется. Я здесь буду одна. Хоть бы вы, что ли, кто-нибудь приехал. Мои подписчики. Ну, Валанию имеется в виду, кто-нибудь клевый. Сегодня должна была быть прогулка на яхте. Гима с Леной, конечно, скорее всего, поедут. Я не поеду. Я вчера провела весь день вне дома. На открытом воздухе я не могу. Мне тяжело будет два дня таскаться. Да еще, грубо говоря, правду говоря, я дома даже не спала. Вот так. Я дома даже не спала. Вот так вот. Вот такие вот дела. Сейчас сварим кофе. Это, конечно, завораживающий процесс всегда. Для меня смотреть, как поднимается пенка. Это так клево. Еще бы нащупать. Это так клево. Ой, скоро будет крепкий, ароматный, горячий, такой обжигающий кофе. Кстати, среди моих подписчиков много кто написал: «Инна, смотря от тебя, мы начали пить свежесваренный кофе. Раньше не понимали». Да как вы не понимали, мои хорошие? Это же так вкусно. Это же так натурально. Это же прям так вообще. Ну что, варится. Будем пить. На мелконьком огонечке. Чтобы не убежала. Плита у меня чистая. Переключай камеру. Как это классно, когда телефон переключается. Да. Ах, давай скорее. Аромат какой.
Чтобы вы понимали, время 9:37. И видите, ранняя пташка. Сейчас к морю пойду. Купаюсь. И приду, наверное, домой лягу спать. Закрою окна, двери, включу кондиционеры на 26. Потому что дома очень жарко. Очень. Но просто если бы вот я была, если бы я не спала, то я бы открыла двери. Кстати, можно сейчас двери открыть. Вот так вот. Дверь входная. Я так часто делаю. Открываю входную дверь, и у меня открыто два балкона. Здесь и здесь. И продувает ветерочком. Там тоже открыто. Продувает ветерочком, очень дома становится комфортно. Ой, отошла. Инна. Ну что ж ты, блядь, паскуда такая? У тебя же все было чисто. Инна. Я забыла, что кофе на плите. Так, ну если я сейчас пойду на балкон, то двери надо закрыть. Это же я вам просто продемонстрировала. Если бы я сидела дома на диване, то, конечно, я бы их открыла просто-напросто. Когда дверь открыта, видите, как с входной двери спальню, как видно. Так нельзя. А если дома на диване, то вообще ок. Идеально просто. Идеально. Горячо. Горячо, горячо, горячо. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Слушайте, я не знаю, может быть, я немножечко кусочек покажу моего отдыха вчерашнего. Или... Ну, там, если честно, видите, я была не одна, я была с Мертвым, я была с его друзьями. Поэтому они попросили не снимать. Но я снимала немножко. Короче, знаете как? Давайте я вот так вот вам скажу. Я видео нашего вчерашнего отдыха в горах выложу для спонсоров моего канала. Да, вот так вот. Угу. Ну, естественно, уровня самого последнего. Любовная любовь. Да. Это безусловно. Угу. Хотите посмотреть? Посмотрите. Горячо. Ох, как хорошо. Но как уже жарит солнце. Как уже жарит. Уже стул. Слушайте, я вот сейчас думаю, может быть, стол-то поставить сюда. Ага. Скорее всего, надо поставить стол сюда и стулья сюда, чтобы мы не попадали под ветер. Под солнце имеется в виду. Но опять ветра будет меньше. Горячий. Прям вообще. Кипяток. Кипяток стол. Нет, надо переставить. Надо переставить, потому что это невозможно. Угу. Очень холодно. Ой, очень жарко имеется в виду. Очень жарко. Просто пиздец, как жарко. О,
О, слушайте, я буду под крышей, под навесиком. Идеально. А здесь будем танцевать, когда у меня будут вечеринки. Лучшие диджеи у нас в клубе. Я дома устрою клуб. А сугазю. Если честно, я танцевать хочу. А, вчера я пила? Нет, не пила. Я хочу спать. Если бы я еще пила, я бы вообще с ума сошла. Кофе горячий. Вот глядите, как у меня сейчас на балконе. Снимаю с угла. Ох, как хорошо. Прекрасно просто. Роскошно. Кофе горячий. Ой, какой горячий. Но гораздо лучше, да ведь уже? Конечно. Солнышко отсюда не выпадает. И ты под навесиком сидишь, как будто бы под тентиком. Слушайте, хорошо. Да это не я придумала, это так было, когда я купила квартиру. Стол здесь стоял, но я купила ее в августе. Ну потому что... до этого здесь никто не жил. А тут можно здесь посидеть и на кроватку пойти упасть, да? Так, о, все условия. Слушайте, как хорошо. Ну все. Стол стоит в нужном месте. Потом я его переставлю, к зиме. А сейчас, смотрите, у меня тоже прекрасно, да? Вот. Уголочек такой. Кто захочет покурить, вот пепельница. Вообще кайф. Кайф. Разговаривала вчера с Женечкой, с подругой со своей. Она говорит, Инна, у нас 8 градусов ночью. Я Ладу утром повела в садик, 8 градусов. Я думаю про себя, господи, как хорошо, что у меня квартира у моря. Как хорошо. Господи, спасибо. 9:45. А если просто представила, если я поеду на яхте, в 9:30 их должны были забрать. Понятное дело, что яхта это релакс, она не в 9:30 входит. Она не пока всех соберут по отелям, яхта уходит где-то половина 11. И представляете, до 5 часов на этой маленькой яхточке сидеть. Наверное, тяжело, да? Жара такая, самое пекло будет. Ты там будешь на море. Не лечь, блядь, не встать. Ни телевизора. Да? На три часа. Ну, не на весь же день. Вы представляете, да? 9:30 их забрали. На 10:30, наверное, они отчаливают. А приезжают в 5. На весь день. Обедом там будут кормить. Стоит 300 лир. Стоит недорого. Мне бы сделали скидку еще. Я бы сказала, я не поеду за 300 лавы, я поеду за 200. Димка же, они из Германии. Они же не то, чтобы денег не считают. Их видно. Им турки совершенно другую цену называют. А еще, если хочешь сэкономить, назови что-то типа из Украины и все. Тебе еще меньше сделают. Ну, типа, как это. Каналы отключили. У меня вот заботушка. Каналы отключили. Отключили первый. Второго нет. Нет «Россия-24». Правду-то никто не хочет знать. Шибко много денег вложили. Да, правда, никто не хочет знать, потому что, а как иначе? Ну, согласитесь, как иначе? Была бы наша позиция не важна, так смотрите, да, и делайте выводы. Нет, наши каналы отключили. Что там, Эрдоган дал добро, да, для вступления в НАТО вот этих вот, Швеция, Финляндия? А они ему взамен выдадут террористов, да?
которые в Турции считаются террористами, они скрываются там у них. Да? Эрдоган все равно свое выкружил. 144 наемника обменяли. Часть из них из Азовстали. Наших 144 человека вернули домой. Слава Богу. Наших ребят вернули. Слава Богу. Конечно же, там не надо писать вот эти вот в социальных сетях, читая в телеграм-каналах столько негатива, что из Азовстали вернули. Да там же самых таких вот ушлых, никто же их не вернул, никто же их не отдал. Их судить будут, смертная казнь на Донбассе будет. А отдали-то таких ребят, которые, по сути-то, ничего, военными преступлениями-то не занимались. Там же все выверено. А по поводу того, что эту Паевску отдали, Тайру, так она ничего из себя не представляет абсолютно. Она как боец не имеет никакой ценности. Это просто пропиаренная вот такая хуйня. Нет, это там Тайру обменяли, и чё? Понимаете, да, про кого я говорю? Ненормальная какая-то, которая... Ну, короче, там, в принципе, все такие. Слушайте, а как дома хорошо спать? Я вот сейчас поняла, что как-то скучала по своей постели. Да. Ногти. Надо подстричь. Надо подстричь. Очень растут. Очень. Подстричь. А, кстати, мне там еще девушка одна написала по поводу таблеток. Да какие-то капли для носа. Инна говорит, вышлите нам капли, мы вас смотрим. Капли, и я возьму на себя все пересылки, затраты по пересылке, по приобретению препарата. Капли для носа. Вы что, в России капель для носа нет? Я сказала, жизненно важные препараты я вам вышлю. Но не капли же для носа. Вы понимаете, там какой-то вот такой препарат, которого нет в России. В России капель для носа вот столько. Тоже люди принимают доброту за слабость. Это вообще. Одна пишет, Инна, ты так с аппетитом ела орешки. Вышли нам такие орешки. Так хочется попробовать. Я, блядь, просто вам. Давайте я вам все буду успать. Серьезно. Люди... Я просто в шоке от людей. Вот серьезно, я просто в шоке. Туристы поехали на джипах. А, поздно развернула, уже уехали. Такой джипик. Слушайте, как хорошо. Угу. Слушайте, как я хорошо сделала. Да, такой вот? И в тенечке, главное, в тенечке. Потому что шибко жарко. О, как жарко вообще. Это у нас еще 10 часов утра. А в 12 что будет? А в августе что будет? Ну вообще, вообще, вообще. В общем, люблю вас, целую, что-то я туплю. После бессонной ночи. Да, в общем, я подтверждаю, я смонтирую видео. И я выложу его для спонсоров моего канала. Да. Видео о вчерашнем отдыхе. Люблю вас, целую, обнимаю. Доброго дня. А, кстати, сегодня 30-е? Сегодня последний день первого месяца лета. Пока. С чем я вас и поздравляю. Лето уже один месяц прошел. Ну, у меня, конечно же, нет, потому что я в Турции. А так, да. Все. Люблю вас.